Твою небесный утешитель души всей, иже вездесы, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси Боже души наши. Господи Боже наш, мы просим Твоего благословения на это собрание. Возбуди в нас дух ревности, чтобы мы помнили о страшном суде Твоем, о чем мы слышали сегодня. Вот приближаются дни Великого Поста. Чтобы мы встретили Пасху Твою иными. Чтобы Дух Твой Святой вел нас в землю правды, и мы слышали голос Его. Чтобы никакие мятежные слухи не захватывали нас и не обладали нами. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Где батюшка? Я вот так сижу обычно. Я пока помалуюсь даже. У кого нет календаря на этот год? Наша близкая знакомая, она библиотекарь, попросила у меня, да не просила, а вообще объявила просто в интернете. Мышей много, кто бы дал кошку? Я дал им кошку. И эта кошка сделалась самая известная сегодня, может, даже не в Барнауле. Они ее сфотографировали, сделали надписи Священного Писания и календарик на этот год. Вот, наша рыжка, куда попала. Культ личности. Я пока дам вам, а вы возьмите, если желаете, то для себя и очень близким кому. Ну, пока по два можно взять. Передай. Дальше. Далее, они на этом не остановились. Так, дай сюда вот просит. Передай на этот край. Больше двух не брать, чтобы хватило, мы на дорогу будем брать. Кроме того, она сделала еще так вот. Одно из католической взяла, Микеланджело, сотворение мира. И места писания, календарик. А другое православное, я не вижу только что написано, но очень хорошее место из писания. Вот по краям непонятно, кто это из апостолов. Какие там слова? А ты это видел уже, не трать время, говори. Следующее воскресенье у нас прощенное воскресенье. Заграни на Великий пост. С понедельника начинается Великий пост. Как всегда у нас было, также чин прощения мы будем после утреннего богослужения, сразу после литургии, чин прощения. Потому что вы на молитву ходите в другие храмы, то вечером, может быть, также на чин прощения, туда, куда ходите молиться,
так как общаетесь там и с батюшками, и с прихожанами тех храмов, то можете туда сходить на чин прощения. Ну что вам еще сказать-то? Там мне есть какие вопросы? Пожелания. Давайте. Как вы доедете-то туда? Замело же все сейчас. А нам это не почем. Нас не замедет. Так, ну если нет ни у кого, что ко мне, продолжайте дальше собрание. Вы когда уезжаете? Уезжай завтра, потому что поезда сегодня нет. Поезд ходит через день. Ну вот. И поэтому только почетным числам. Поэтому я уезжаю завтра вечером. Еще мне придется здесь побыть. Вот. Поезд останавливается. Вчера я с проводником разговаривал. Он говорит, все. На двух разъездах отменяли остановку. Там, говорит, так и нет, не останавливаемся. Где-то там дальше за нас туда разъезд. Тоже. Там отменили, так не знаю. Вас, говорит, останавливается. Я говорю, а когда мы не садимся, остановка есть, говорит, всегда есть вы или нет, все равно остановка, говорит, поезд останавливается. Вот. Будто бы что с мая месяца тогда будет каждый день поезд ходить. Я говорю, а что так? А что так, говорит? Оказалось, думали, что будет больше, люди будут ездить больше, через здесь, значит, и вагонов прицепят, и как-то экономнее будет. Но оказалось, говорит, что хуже. Потому что. Люди ж не будут, надо мне ехать сегодня, а я буду ждать, а может завтра поезд будет, когда. Поэтому стали, говорит, больше на автобусах, а которые автобусники, они добавили рейсы автобусы. А добавили рейсы автобусы там, ну и, по-видимому, может быть, с билетами. И люди стали больше ездить на автобусах, которые там, допустим, где есть автобусы, станция. То я не говорю, на автобусе лучше уехать. И тем более несколько рейсов автобусы, поэтому, говорит, летом сделают ежедневно будет ходить тогда поезд. Ну вот так вот. Все, проводите. Вот говорите, что. Так, туда тоже передай. Кому не хватит календарика, вы скажите. Потом еще вот из двух, которые другие сделали. Она как православная, я так и не понял, кто тут святой, по краям написано. Еще ни одного нет. Ну, давай, пожалуйста, посмотри, от головы там что есть. А второе, это как бы из католического храма. Но это никакого значения это не имеет католикам, просто картина. Так, ну на этой неделе самые большие события, это, конечно, Украина. Касается не Украины только, не России, а всего мира. Это переделы, это сфер влияния. Об этом много говорят. Вчера Тимошенко на коляске выпустили. Тут же она слетала в Харьков. Юлия, которая сидела, была премьер-министром, тут же опять возвращается. Ну так уж получается. Я в интернете сижу много и выставляют материалы, сам смотрю и. Ну что сказать? Вот все это напоминает вот весна. Весна, большой поток воды идет, и мусор, щепки, все тащит, и больше ничего нету. Вот это народ, это православная Украина. Это не мусульмане делают. И друг друга убивают, сколько уже жертв там, день траура объявлено, снайперы на крыше. Лишь бы убивать. Наемники пришли, ему какая разница, бабка в окно выглядывает, щелкнул его, следующий кто. И прочее. Это православная Украина. Что еще здесь можно подметить на Украине? Какая бы ересь ни возникла, она обязательно в Украине не просто образует маленькую ячейку, а центр. Осия. Осия. Пророк Осия. Апостол Павел. Матфея. Осия. 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 Это Осия? Да, это он и есть. Это редкий. Так. Я посмотрел там, какие только ереси не возникают. Именно центр во главе их. Вот эту оранжевую революцию, это все еретики помогли, харизматы, беснование. Беснование. Буйное, страшное, смотреть невозможно. Это все оттуда идет одно. Из одного, как говорится, мешка вываливает их, и они это творят. Убивают, бьют, пытаются сделать. Ничего не сделает смена правителей. Нет, там это не в этом дело-то. Перед нами лежит книга Святая Библия. И она показывает, что это уже было в веках. Люди говорят, вот новость,
Это говорит Екклесиаст, Соломон. Но это уже было под солнцем. Так вот, если бы праведно они жили, то бы этого не было. Когда праведно жили? В воскресенье или в понедельник? Против царя Давида восстает родной сын, делает государственный переворот. Вся власть меняется, весь совет меняется. И у него советники есть. А Давид живет нормально. Но там впереди не понедельник, а год назад, 2 года назад, за ним числится что-то, что пророк сказал, от него все от тебя. И вот теперь наступил час расплаты. И в это время выскакивает человек и кричит, уходи, кровопивец. Правильно Бог сделал. Что отнял у тебя? Вы знаете, это семей Сингера. По сегодняшнему сказать, Семен Георгиевич. И дальше эта история удивительная. Как он будет встречен с Соломоном. Давид, умирая, напомнит об этом. Вот это все идет повторение в мире. Ничего нового нет. Вот сейчас смена правителей идет. Запад рвет свою сторону. А Россия к себе приговаривает. Вы слышали такого фамилию Жириновский? И что интересно, из всех выступлений, какие есть относительно Украины, более здравого я ни одного не нашел. Он говорит иногда такие оригинальные вещи, его как только там не называют. Но в данном случае, вот в конкретном случае, он говорит, когда они и где как государство Украина выступали, то посмотрите. Кто платит, кто больше на лапу ложит, тому они идут. Как они изменяют Петру Первому? Со шведами слепились. Шведы идут на нас, мы со шведами. Пошли турки, мы с турками. И он все это раскладывает по годам. Он очень грамотный умный человек. Я говорю о Жириновском. И он показывает, что надо было делать. 5 областей, которые были со Львовом, столицей отделить. И пусть они там отдельные государства. Остальные наши русские в Россию принять никак одна из областей. И ничего бы этого не было. Ну, я просто озвучиваю, о чем он говорит. Он дальше не договаривает. И это не поможет. Ни деление, ни на Львов, нигде. Новые львята вырастут. Новые скины будут зубами рвать всем. Бог. Киев, мать всем городам. Там Киево-Печерская лавра. Ничего нету. То есть, все это есть, но влияния народ никакого нет. Вы не думайте, что эту революцию делали там сейчас. Это настоящая революция. Баррикады жгут, эти шины... Это огонь вечный горит. И никакие празднования, ни перемирия, ничего не влияет на людей. Бога нет там. И один священник только вышел, он от Московской патриархии, Андрей Ткачев. Он выступает иногда здорово, хорошо говорит. Вот зайдите, я не хочу его слова просто говорить, чтобы мне их не приписали. Как подхватили политики, все там на него. Даже священнику я одному показал, он говорит, да его к утру убьют там. Это был такой Уинстон Черчилль в Англии. И когда была война, и в Америке это поддержали. Если будет побеждать Гитлер, поможем России. Будет побеждать Россия, поможем Гитлеру. Чем больше они будут убивать друг друга, тем лучше. Вот сегодня это политика. Это озвучено все. Разве верующий может это сказать? Я к священнику не имею претензий. Я к внутреннему содержанию. Он в ризы, все одеты. Но внутри... Призыв к этому ничего не даст. Нет. У нас нету заповеди проклинать. Нам дано благословлять. Начали с проклятия евреев, кончили проклятием друг друга. На баррикадах с той другой стороны православные. Повторяю, это не буддисты к нам пришли. Это уже было. Тут Россию с Грузией стравили где-то. Но если по-настоящему была вера, то как я пойду? Да как? Надо обязательно воевать Сергия Радонежский. Ну пусть он идет, Сергий воюет. Да у него Ослябя там вышел, Пересвет. А кто они такие? Иноки. Которые сложили из себя прежние чины, приняли иноческие. А теперь их заново туда. Она это 6-й Вселенский собор, 7-е правило. Да будет предан анафеме. И Сергий Радонежский, Пересвет и все остальные. Эти правила никто не отменял. Однажды, взявший меч и оборачивающийся назад, вспоминайте жену Лотову. Вот это я могу точно сказать. И заповедь эта верная, и требуется только одно. Пошел за Христом, не оглядывайся. А тебя зовут на баррикады. У меня баррикада греха. Я наворочил столько, что сам пролезть не могу. С женой непорядок, дети восстают против. Сплю и ем, сам не знаю, когда и сколько. И сплю, говорит, рот корытом открытый.
Ни бодрствия, ничего нету. Вот отсюда все идет, и Бог потрясение дает этим. Те лепятся туда. А он просто по частям разложил, выступает на эту тему Путин, и разложил по процентам, до 0,5% показал, что они возьмут и что получат, их кормить там никто не будет. Ни к нему, никому не прислушается. А на Путин, да будь он такой. Он слова здравые говорит. В данном случае, в данном конкретном. Я в курсе всего, что выступает. Полное выступление Юлии Тимошенко выслушал. Где ее встречали, как она говорила. Но она рада. Я ее состояние понимаю. Я увидела солнце, свободу. И она ничего не говорит. Так она может стать и президентом. Вполне. Рузвельт был парализован ногами и был президентом, да и не один срок. Да в самое трудное время в войну. Вполне она может выйти. Но даст ли она то, чего сама не имеет? А что нужно проводить жизнь, написано, тихую и безмятежную. Безмятежная это не означает беспечь. Ну, куда ветер дует, туда. Нет, безмятежная, то есть без мятежа, без революции. Ты твердо настой на том, мой Господь принес мир. А в другом месте говорит, не мир принес я, а меч. Вот меч теперь это слово его Божие, слово. Когда даже вот на календарике, вот оно слово. Везде это меч. Нас Господь вооружает. Мы сегодня вот прослушали. Господь говорит. И в недоумении те и другие, которые налево стоят, говорит им, и они не признают себя. А когда? Где это было? Которые направо, говорит, наградой воздам жизнь вечную. Те тоже. А где это было с нами? То есть люди делают и даже не понимают, что делают. А надо знать. Ты делаешь все для будущего, для Царствия Божьего. Так а как понимать надо? Святые отцы истолковали. А насколько это важнее для души, насколько душа важнее тела? Тело сгнивает, а душа никогда. Вот первое начинает. Я был голоден, и вы накормили меня. Как накормить? Да везде сегодня на помойках хлеба мешками выбрасывают, еще только нет. Не только этот хлеб. Человек жив не одним хлебом, запятая, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Вот, Священное Писание. Нуждаются в этом люди сегодня? Ох, как нуждаются. Потому что отравленный хлеб дают с разными сектантскими приправами. Воюют прямо против Бога, не признают Его единого Святой Троицы. Вот надо хлеб дать живой, святой, чистый. Дали жажда воды. Да воды везде хватает. 7.37 Евангелия от Иоанна. Господь воскликнул, кто жаждет, иди ко мне и пей. Ну и пил. У того из чрева потекут реки воды живой, не низом. У человека, что выпьет, низом уходит вода. Это другая вода, которая верхом пойдет. Святая вода, не зловонная. Сие сказал он о Духе Святом, которого имели принять верующие. Нуждаются люди сегодня, стоит их напоить этой водой? Надо, но как? Ты скажешь, а я едва двигаюсь, у меня болезни, у меня катаракты, у меня там гастриты, артриты, начинают перечислять. Господь никому не дал льготы, ты себе их не приписывай. По мере возможности участвуй в этом. А далее, он показал Господь 4 только параметра. Был странником, приняли? А вы странников не видели? А они из дома в дом шли, проповедовали. А был в узах, был болен. Да больных-то одну посетите, а что защищать-то ее? Сходили, посетили, она говорит, веселая сестра наша Юля сошла на нижний этаж, все хорошо пока, нормально. Ну и все. И больных больше никого нет. Больны все от президента до самого низа, от патриарха. Господь говорит, все тело в язвах, от головы до пят. Нет живого места. Кто будет исцелять? А Господь не сказал исцелять, нам не исцелить, а посетить. В обязанность не поставлено. Ну а ты возьми повыше, а я знаю лекарство. У меня бальзам, Господь говорит. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Ты имеешь эту мазь, знаешь ее? Господь говорит, у меня святое Слово Божие. Человек ничего не знал. Пил, курил, блудил. Когда увидел, я исцелился. Я стал другим. Выходит и рассказывает. Я был другим. Я ослеп, но встал и вижу теперь, как Павел говорит. А в вузах? Так а в вузах ты вообще никого не посетишь. Мы пошли к тюрьме раньше.
остановились, не фотографировать ничего. Около тюрьмы, чуть подальше, где встреч, где там передачки передают. Сразу же вышел военный. Так, здесь стоять нельзя. А почему нельзя? Ну, такой объект. Мы с той стороны у тюрьмы берем черемухи много. Только я приподнялся на взгорок, сразу кричит с вышки, здесь нельзя стоять. А фотографировать, говорят, даже не надо. Он может вообще чакнуть меня оттуда. Он стоит с оружием. А Господь поставил непременно посетить, вот тут определенно, не выпустить. Амнистии мы не можем им дать. А ты возьми выше. А я знаю, амнистия есть. Люди заключены в узах греха. Ты расскажи им о том, кто взял этот грех мира на себя, который дал амнистию. Верующий в меня не судится. Ты слышал про это? Так вот, мы приближаемся к тому времени, когда Господь прямо в Евангелии нам напомнил об этом. Мы сегодня должны пойти с сокрушенным духом и сказать: Господи, вот по этим пунктам, если провести, виновен, 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 сам себе сделай. Подчеркни жирной чертой и везде напиши «виновен». А дальше напиши «и мог быть по-другому, мог быть». Ты жаждешь об этом? Нет. Я нахожусь с этим человеком. Опять поступает известие. Украина непрерывно долбит прямо меня. И молиться, молитесь за Украину, молитесь за Украину. Да мы молимся. Священники просят, помолитесь с Украины, помолитесь за Украину. Мы молимся. Но я говорю, мы с утра сегодня молимся за Индию. Весь день мы молились за Индию. Оттуда просьбы поступают. Как трудно. Какие беды, и как нападают, и как проще. А сейчас священник с Пакистана просит. Но Украина у нас на первом месте. А ты за кого молишься? Как за кого? Даже вопрос-то непонятен, как за кого. Ну я садился за стол, молился, понял, за чашку полную. Тут ты не забыл, чтобы не подавиться костями. А если ты любишь Бога, Он умер за весь мир, и мы делаемся ответственны за весь мир. Ты должен это принять близко к сердцу. Да какая твоя молитва, да что она значит? Ты не рассуждай так. А что, без моей молитвы Бог не знает, что на Украине погибают, что там все жгут, и описы сжигают, и пристреливают? Тебе не надо рассуждать. Этот канал Бог дал людям. Вы молитесь, Павел говорит, ходатайствуйте обо мне, дабы по ходатайству многих я был освобожден из тюрьмы. Посетили узников? Да, чем? Молитвой. Понятно как? Апостол Павел пошел и говорит, собирались братья и сестры, мне только один наказ дал, и одну единственную заповедь. Кому? Павлу. А что, не знаю, тоже раввин. Знаю я, но они напомнили и конкретизировали конкретно. Собирайте деньги, непрерывно собирайте. Не для Испании, для Иерусалима. Это матерь всем церквам, не Киев. И там голод. И апостол Павел говорит, я всегда старался это помнить. А далее тревожит он Ахая, была с прошлого года приготовлена. Если соберете много, там, тогда я и сам поеду с этим сопровождать. А чтобы не было нареканий, у нас братья поставлены, которых вся церковь знает. Там Лука, другие. Это все было. Я перехожу к главному шагу. Мы нынче едем очень далеко, нуждаемся в средствах. Я сказал, нам деньги сейчас не надо, откладывайте, наш кассир, где банкир? Вот она сидит, Людмила Степановна. Примерно к первому, может, до 10 мая. Теперь почти уже конкретно 27-го будем отъезжать. Старается отовсюду помогать, сегодня звонят, устроить канал, чтобы мы ежедневно выходили в эфир, и люди будут следить за нашим продвижением. В каких странах, какие встречи, не знаю, будет или нет. Игорь, ты брал с собой ноутбук, ездили мы. Нам трудно его вести, там скучно, с не повредить. Но у нас ничего не получилось практически. Ты напиши на бумаге, почему у нас не получилось. А что не получилось? Ну не выходили мы каждый день в эфир, не давали знать о себе, как мы ехали. Когда ты ездил? Так. Сейчас еще не надо, отвечать не надо. Ты напиши мне это на бумаге. А я тебя сведу с человеком, с Евгением Секретарином Бурга, который специалист в этом деле. Я говорю, ну мы где останавливаться будем, как Германия, допустим, нас ждут во Франции, я знаю где, в Англии. Там мы можем выдавать и выходить. Нет, это надо ежедневно давать. Коротко можно сказать?
коротко сказать, что у нас только не было поставлено задачи, у меня было все для выхода ежедневно в интернет. Я говорю, что не сделали это. Но не было задачи. Ну без задач еще у нас ума не хватило. Ну не хватило, значит, у нас другие цели были. Ну узнай, могли ли мы делать. То, что не выходили, потому что ты прикрыла нашу нечисть. Мы в Кемерово купили флешку выходить в интернет. Так, возьми это на себя, пожалуйста. Я тебя свяжу с этим человеком, и ты посмотри. Я внутри себя чувствую, только внутренний голос мне говорит, не сделать нам это. Ну сложно, может быть, будет. Понимаешь, нет, не сделать это. Я могу мотивировать, чем это не сделать. Во-первых, энергия не та. Дальше останавливаемся, иной раз уже темно. Уезжаем рано. А это нужно время. Это, оно долго качает. Это не компьютер, который мощно стоит. Сумеем ли мы это сделать, или только порча будет. А мы обычно все, ехали дорогой, накапливали, на жесткий диск скидывали. А потом приезжали и обрабатывали, выставляли. Но я не сопротивляюсь. Но внутри себя чувствую, не потянем. Берись за это дело, помоги. Меня спрашивают, почему? Ну что, только ссылаться на то, что я внутри чувствую. Я ответил, говорю, я чувствую, что не потянем. Во-первых, я не участвую в этом деле. Шофер участвовать не будет. Участвует только один Виктор. Ну, помолитесь вот об этом, о чем я говорю. Нам сразу сказали, речь идет не о десятках, а сотнях тысяч людей ежедневно. Уже сейчас начинают люди спрашивать, когда это начнется, чтобы посмотреть. Такого путешествия не было и не будет. С такими дарами, чтобы ехали. Это, во-первых, чистый хлеб везем. Речь идет о чистой воде, о посещении узников. Все включается здесь. И оно на сегодняшний день. Я по деталям могу все это разъяснить, почему я говорю об этом. Мое дело уже сидеть дома, говорят, не вылазить. А у меня даже нужды никакой нет. Я опять собираюсь. Если Господь благословит, и мы вернемся живы благополучно, останется только на один заход на следующий год. Все, книги-то кончились. Ну, у Бога, значит, выберено все это было. Я только удивляюсь, вот где мы ехали, и как Бог нас проносит, то раньше, то позже. В одном месте там мы приехали, там говорят, такой прорыв был, там где, около Крыма-то там внизу, залило водой, столько людей, в прошлом году было. А мы приехали, как раз годовщина была. Говорят, да там погибло 3000, они говорят, более 30 тысяч, это обман. Город ночью накрыт был волной грязи в этой, прорвало плотину. Мы могли в тот год попасть, не мы на год. Мы проезжаем Дальний Восток, чисто, на следующий год там наводнение. Мы в прошлом году были в Украину, полосовали вдоль, поперек и по диагонали. Там ничего не было, тихо. Сейчас ехать, другая обстановка. Но нам ехать через юг, на Грецию, и там полная тишина. И речь идут о том, чтобы Крым снова передать России. Как будто кто-то в политическом плане обстановку для нас сглаживает, и мы идем, и этих катаклизмов природных, политических просто не знаем. Вы слово «политика» знаете, что означает? Кто может сказать одной фразой, что такое политика? Ну, политолог. Так, ну-ка дай. Погромче. Искусство управления. Искусство управления. Правильно. Чем управление? Народом, хозяйством. А кто это сказал? О, пока, все, ладно. Кто-то из греков. А вы знаете, у господина Ульянова была жена, ее фамилия Крупская. А какая настоящая фамилия? Фишберг. Рыбная гора. И по матери Ленин был Бланк. Ну и дальше все остальное. Это я просто по ходу сказать. Так вот, ее муж, дворянин Ульянов, сказал, политика это управление, это умение управлять государством. А сегодня они даже не знают, кто это сказал. Вот как сумели сделать. Это говорят в школе, недавно рассказали немного про Крупскую, спросили, а кто она такая? И только одна девочка подняла руку и сказала, коммерсантша какая-то. Вообразить невозможно. Первая леди страны столько лет, и вдруг, как можно у людей все выветрить? Но у нее были хорошие слова, почему все вдруг сразу смахивает? Самая у меня высшая антипатия, именно о ком я назвал Вилл. Большего чудовища на земле не было. Но он говорил вещи, есть, которые мне нравятся. Я их беру. Он говорил, радость наша от трудовых успехов. Вот и все. Не будет никогда у тебя уныния. Умение управлять государством, я тогда решил. Умение управлять областью.
решил еще дедуктивным методом в задпитки пойти. Умение управлять городом, то есть еще пониже. Политика – умение управлять домом. Политика – умение управлять самим собой. Потому что из нас, из личности состоит государство. И если мы то поняли, то в политику входит самое главное, за что Бог спросит за эту политику, куда ты управил путь свой, с чем ты явишься, что у тебя будет в корзинах, на сколько людей остатков у тебя, накормишь ли ты 12 колен. Ты расширь маленькое понятие, вход в Слово Божие, и ты увидишь, как все по-другому будет. Так, календарик вам всех хватило? Или дать еще вот эти? Еще остались, ребята. Остались. Так. Хотя бы по одному, так что я с тобой возьму. Дорогой будем давать хотя бы. Так. Ну, кому еще гуска нужна? Все, взяли? Так. По первому вопросу об Украине усиленно молитесь. А что значит усиленно молитесь? Чаще. Днем, ночью встаешь на молитву, всегда вспоминай, что для меня Украина — это не другое государство, это наш народ, такая же вера, какая она ни на есть. Как Беларусь. Если я молюсь о Германии, то для меня это другое государство. Вот. Я немножко поднимусь. Немножко раздай кому надо. Остатки верните нам на дорогу, чтобы хватило. Это сделала Ольга, бесплатно дала. Все здесь прошу, я надо не отплатить было. Я так взял и даже не спросил. Это деньги стоит. Потом я расскажу. Так, вопрос по Украине. Какой? У кого? Можно? Давай. Вот я смотрел на эти все события, братья. И у меня чувства неоднозначные, чтобы вот... Неоднозначные вообще чувства, потому что мой дед, кровный дед, западноукраинец, я тоже украинец, хоть внешность моя не показывает меня, но я украинец, скажем так, наполовину почти что. Вот. И я слышал рассказ, мой дед был репрессирован в Новосибирск, там, не знаю по какой причине, он был в НКВД, вот. И он мне рассказывал сложную судьбу украинского народа, очень сложную. Поэтому однозначно, что мы слышим по телевизору, надо просто фильтровать. Вот я рассматривал внимательно Юлию Тимошенко вчера, радостное ее лицо, как Игнат Тихонович говорил. Этих ребят молодых с Майдана, там священники выступали. И я не могу понять, вот я слушаю их, вроде бы я понимаю, что они здраво говорят. Ну как безбожники, конечно, надо учитывать. Как неверующие, они говорят вполне здраво. Один говорит, мы не хотим быть ни под там антисемитские там у них высказывания были. Мы не под евреями, не под фашистами, не под коммунистами. Мы не под хотим быть, хотим просто быть свободным государством. Ну мы хотим вот Запад. Почему нас постоянно всегда, то Россия под нами. Потом я смотрел фильмы, вот. Перечень фильмов про Великую Отечественную войну, вот это 41-го года, когда Киев бомбили и немцы пришли на Украину. Показывают хроники именно, как украинцы встречали немцев. Просто хотели освобождения от ига НКВД. НКВД настолько зажало их всех, они просто жаждали люди освободиться. И вот показывают фильм «Поп», например, вот такой известный, там православная энциклопедия прям подписалась, что это супер православный фильм. И я вижу, показывают попа, пришли немцы, очень уважительное отношение к попу, открыли церковь. В церкви был клуб, Сталин висел, вожди висели, пришли немцы, все это выкинули, богослужение началось, все, началась молитва. 3 года это продолжалось, потом приходят русские, приходят, так... Поп, ну теперь я тебя буду исповедовать. Вот такой наглый голос. Он теперь опять прибили там плакат какой-то на храм. Сел вот этот НКВДшник. Что такое? Если перед этим 3 года к нему с уважением относился немец, это прям фильм показывают русский современный. Это не идеологический фильм. Он ему по спине пистолетом. А потом показывают. И что? Ну и там уже в конце фильма. И он был, говорит, в лагерях и в ГУЛАГе. Потом вот им показывают этого дедушка. Маковецкий играет Сергей. Ну, играет очень хорошо, там, до слез. Прям все такие тонкости показывает, сложности вообще ситуации. И показывает дедушка. И весь фильм построен на противоречиях. Пришли немцы, можно сказать, насилуют этих украинок, убивают. Пришли НКВДшники, убивают. Потом показывают, ну, уже дедушка возле храма. И тут бы ему успокоиться. Да приезжает какая-то молодежь развратная с магнитофона. Ну, чё, дед? Можно укрыться. И смотришь этот фильм и думаешь, да где же вот эта правда-то? Где деление-то? Русский, не русский, еврей, не еврей. Грех вот что является. Праведник и неправедник. Потому что показано, среди немцев был праведник, ну такой благочестивый человек, тут же показывают свиньи.
тот же русский, который защищает этого попа, его там пытаются, он хочет военнопленных спасти, а говорит, извини, говорит, ваш Сталин, говорит, не подписал конвенцию с Красным Крестом, поэтому мы не можем их кормить. Нам никто не финансирование, мы что будем их кормить, они едят буквально. Кто виноват? Вот. Потом мне дед рассказывал, вот когда там все, Бандера, который был там у них лидер украинского народа, поехал в ставку к Гитлеру, его убили. Но и украинцы возненавидели и Гитлера. Они ненавидели НКВД и приняли Гитлера как спасителя. А потом они уже и Гитлера. И там вообще начался беспредел. Были красные отряды партизан и бандеровские отряды. И вот одна деревня. Мой дед в этой прям случае, у него была одна мать. Он был 16-летний пацан. Каким-то образом, я не знаю, как ему мозги там запутали. Его могли и в бандеровцах он бы мог быть. Но он попал в ястребки. Он так назывался, истребительные отряды, в красные он попал. Почему, я не знаю, он не объяснял, он был очень запуган дед, он вообще всегда молчал. Это вот уже глубоким стариком он начал что-то открывать в свою жизнь. И он говорит, вот я стою, передо мной, можно сказать, мой там дедья, родственники мои, бандеровцы, ну мужики, родня. А тут в засаде сидят мои другие родственники красные. И я выскочил, и дядька бандеровец, Питька, тихо! А он бандеровец, тихо! А тот с ружьем, и друг на друга, тот с автоматом, дядька на него родной, а тот с ружьем на него, пацан, он вообще маленький был, худой такой, вот похоже на это, на Володю еще, он такой маленький у меня дедушка, ну коренастый, только он был молодой. И в конечном итоге он не смог его убить, у него рука не поднялась на своего собственного дядьку. Он возвращается назад, и ему что делают? А почему ты не убил дядьку? Свои же, красные, говорят, да это же мой дядька, мою бы мать они повесили. Его в НКВД сидит этот опер там, НКВДшний, так, а почему ты, Петр, не убил этого? Ты же мог убить. Он говорит, да а почему они-то не убили, в засаде сидели? А меня-то видели, если бы я убил его, все бы меня, не то что меня убили, мою мать бы потом повесили. Все, его и по этапам, до свидания. Кто прав, кто не прав, я смотрю, просто плакать охота, что там творится. Под кого Украина ложится, под русских, не под русских. Так, важно, нет, чтобы все, она покаялась. Все. Да я хотел, это слишком близко вы говорите, не о том. Дело все в том, что на Украине, это как пограничное государство, оно называется Украина, Украя, как русских земель. Но русская государственность всегда была сильна, это понятно. И на Украине это всегда происходило. И началось это с тех времен, как разделилась церковь вселенская. То есть папский вот этот, будем говорить, диктат, он начал распространяться и на земли России. Дошло это до нас в 15 веке, когда наш митрополит поехал на собор, этот униатский назывался. Униатство это объединение, союз православия и католицизма. Ну то есть нормальное все, казалось бы, мы объединились бы и стали мирно и жить под одним небом с одним Господом. Но все это было не так, потому что папство подразумевает под собой только подчинение папе. То есть это римский престол, который апостол Петр оставил на земле как наместника Христа, они так говорят. То есть папа наместник Иисуса Христа на земле. Остальные все намного ниже, и, конечно, они не такие мудрые. Тут все тоже понятно. Это перегиб, и он уже у них зафиксирован в булле, булла 1866 года, до этого у них просто устно было. И вот на этом униатском соборе в 15 веке еще нашего митрополита русского как-то оно так окрутили и сделали его кардиналом-митрополитом. И он приехал к нам на Русь. Ну тут уже восстали уже князья, князь, и его, ну так, против него применили репрессии, он убежал. Выбрали своего митрополита нормального, который чисто православный, не униат, не католики. И так что здесь интересы масонов и иезуитов, которые, конечно, на передовой, этот орден на передовой борьбы папства с инославными, особенно с православной в этом регионе, они совпали. И представьте, какой получился змеиный клубок сейчас. Они все говорят о Западе, но это и понятно. Они всегда хотели быть, вот эти вот южные регионы, которые примыкают к западным странам, они, потому что там не просто сильно католичество, это чисто католические страны. Только Болгария православная, в Румынии уже католики есть,
В Венгрии тоже большинство католиков в Венгрии. Ну и Австрия, это все католические, ну, полупротестантско-католические государства пошли. И Польша — это чисто католическое государство. В общем-то, поэтому на территории Польши и готовились боевики. Тут совершенно все понятно. Как и иезуиты, они действовали, польское восстание 1831 года, которое было подавлено, ну, как еще действовать? Как, вот, допустим, в этих условиях, или как выступает этот Виссерман, самый умный тут считается он в России человек. И он говорит, нужно этих брать майдановцев и всех наказывать всех. Ну, это все было, наказали, да. И что? Царь Александр, этот, Николай I, был в аналы истории внесен как самый кровожадный царь. Ну, Николая II потом подставили, революционеры, это понятно было. И почему? Потому что он подавил восстание. А как им еще быть? Когда так же точно вышли студенты на улицы там, Варшавы, побили управы там, городовых, все, была мирная жизнь, казалось. Нет, мы хотим отделиться. Откуда это пришло? Опять же через иезуитов, через масонов. Кто там больше действует? 50% тех или 50% этих? Нас уже это никак не волнует. Чем это может закончиться? Закончится обязательно, ну, чтобы убийством, обязательно убийством. А потом на этом руки погреют, естественно, ну, или римско-католическая церковь, или масоны. Все равно они без своего, кажется, жертвы не останутся. Так, тут вот еще самое главное, нужно все самое главное. Человеческие суждения ошибочные. Давид бежит. Все, которые люди с нормальной совестью, они говорят, разве справедливость? Чти отца, а сын поднялся на отца. И гоняется за ним, чтобы убить его Авессалом. Ну, рассуждение-то правильное. И любой политолог рассудит правильно. Но кто скажет, что Давид и это несет от Бога? Что он сам отнял жену Версавию? А теперь потерял своих 10 жен. Это-то нигде не учитывается, а у Бога это самое главное. Поэтому судить сегодня, кто прав, кто виноват, и не только сегодня, верующий никогда не дерзнет. Он скажет только, помилуй нас, Господи, обрати, умири всех. Вот Франко сделал правильно. Поставил памятник, кто за красных, кто за белых. Одинаково все пострадали, один памятник. Приходите там, вспоминайте, святые ложите, и все. И тогда во всем мире стали такие памятники ставить. Это, за что сегодня бьются, жгут эти колеса, шины, все пылает в дыму, там коктейль этот Молотова, поджигают, люди как свечи горят, не потушить, кидают и кидают. Это все где-то там зажжено раньше и погаснет намного позже. Хотя они здания эти отремонтируют, как Белый дом после атаки Ельцина. И сказать в конце, я не знаю ничего, Господи, я прошу, Господи, помоги, как тебе угодно. У нас сегодня была мирная ночь, есть за что Бога благодарить. Молитесь за правителей, за начальствующих, за священников, за всех. Чтобы ложь исчезла, а правда восторжествовала. А какую бы ты власть хотел? Никакой я не хочу. Я знаю, что я ошибусь сразу же. Власть царя царей и Господа господствующих. Это нам показывает, Гитлер такой, там, дальше некуда. Но считаешь, такие, которые, как Невзоров, стал, говорит, исследователь, он совсем не такой. Да сохрани Бог от Гитлера, чума болотная. А Ленина я узнал, то другое, ничего ты не знаешь. А что делать? Молиться. Нам путь один назначен, следовать за Господа. Следуй за мной, говорит Господь, я успокою тебя. Ну, так хочется сказать. И я для себя нашел пример. Я сижу в камере. И есть кое-какие области, в которых я немножко разбираюсь. И вдруг заговорили, я вижу, один совсем неправильно, а другой немножко неправильно говорит. А меня так и подмывает сказать. Но если я сейчас скажу, сейчас они оба никто, они просто молчат. Но если я сейчас за одного скажу, помогу ему торжествовать, а другого я получу нож. В камере? А как? Да ты его, ты что? Ты западло меня считаешь? Да кто ты такой? Да... И все кончилось. Я себя теперь, уже не их усмирять, а только, Господи, усмири меня. Когда начался вот этот процесс, так называемый, по объединению, зарубежность с патриархией, это не был объединение, акт. Акт. Мы сразу молились, Господи, усмири нас, чтобы нам не забунтоваться. Я говорю открытым текстом, и чтобы нам не выразиться в секту. Ой, ой, люди хватаются. Я говорю, как есть. То есть, как обычно это бывает. И нас Господь сохранил. Он увидел наше смирение перед Богом.
И сегодня смиряйся. Ты только смиряйся, а остальное за Богом. Бог дал канал такой, ты молись. А я устрою. И всегда добавляю и нажимаю на то, Господи, я не знаю, о чем просить. Ибо Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, вопия Авва Отче. Господи, да будет воля Твоя. Я не знаю, кого избрать, друзья. Вот бросаюсь, скажу, с первого взгляда любовь. И ты уверен, что это любовь? А чего ж так с первого взгляда, со второго взгляда-то разошлись? За 80% завалит иногда разводы. С первого взгляда. А ты сначала этот взгляд свой проверь перед Богом. У тебя, может быть, зрения уже нет никакого. Да посоветуйся с родителями. Да с друзьями. Да познакомься с тещей. А невеста, как правило, очень сильно похожа на тещу. А ты очень сильно на отца похож. Не торопись. На скорую руку. На долгую муку. И вот так избрание правителей. Сейчас уже голосует такой-то, он хороший. Я гляжу, действительно он хороший. Я был в Грузии, а мне один священник и говорит, а у меня жена на Звиедиска. Звиедиска, говорит, Сахурди, хороший, избранный православным. Но он не понравился советским, нас заслали, говорит, специально, в то время еще, там Шеварнадзе совсем рядом был. И убежал. Теперь одна задача найти его. И теперь пишет тот, кто уничтожал его. Как они нашли, как они скрывались, кто выходил, что покупал. И они увидели, живут двое, а берут примерно на четверо. Их откуда? Зачем они берут столько? Они так выслеживают. Ну и все, ответили, задание выполнено. Это мы думаем, что вот так случайно. Джохар Дудаев, первый президент Чечни, называемый Ичкерии. Настоящий генерал. Такой взлет был в советское время, да, в это уже поставили его генералом. А теперь он разошелся, он патриот, как его называют. Его интересна улица, остановка Джохара Дудаева сегодня в Чечне. Теперь поставили задачу убрать его. Как его убрать? И наконец внедрили одного, повар рядом, но его разоблачили, еще один был, двоих. С КГБ, обоих казнили сразу. И теперь узнают, с кем он разговаривает. Специальные высшего класса телефонисты, и они теперь смотрят, когда он заговорит, чтобы оттуда показало точное местонахождение. И два бомбардировщика день и ночь караулят. И наконец сказали, он выехал там из города Чечни, 30 километров, и он там разговаривает, с кем разговаривает, говорят там Рогозин и прочее. Там. Два самолета уже в воздухе. И оттуда целенаправленными ракетами бьют. Показывают труп, это не он, по сегодняшний день не знают, убили или не убили, но объявили. А Чечня стали хоронить его в четырех местах. Так одного убили из четырех? Или ни одного? А ты как думаешь, мне думать не надо. Это злоба человеческая, а все это дьявол. Дьявол есть человек-убийца. Ну ты за кого? За наших или за ваших? Помните, зона такая, он говорит, я за истину. А истину Бог только знает. Пожалей. У него также была жизнь. Жена, дети. Чему ты радуешься-то? Он на своей территории был со своим народом, как сегодня спрашивает Рамзана Кадырова, ты же был с боевиками. Я был с народом, не с боевиками, там, где был мой отец. Понятно как? Его никто за это не осуждает. Национальный герой России с орденом. Я нигде не видал главный проспект имени Путина при живом. Едем по Грозному и главный проспект имени Путина. И он везде ссылается на него. А мы что должны сказать? Поблагодарить Бога, что у нас еще мирно. Ты только научись благодарить. Господи, утиши эту вражду. Виновный, невиновный, ни на какую сторону я не могу становиться. Я со Христом избрал однажды этот путь. Я смотрю, трезво или не трезво, один Бог знает. Я вот говорю сейчас, по Слову Божию не могу подтвердить, хороша она Юлия или нет. Но она страдала, она неба не видела. И она вызывает к себе уважение. Сострадание. Не за ее дела, а за то, что она страдала. А может быть, она ничего не делала, как губы красила. Вот этого я не знаю. Я не знаю. Я знаю, Квачков сидит. Он не за Бога. Хабаров, полковник, Леонид. Мне знать-то это не надо. Я каждый день за них молюсь. Господи, исправь их, если может, дай им свободу. Я знаю, что такое нет свободы. Апостол Павел говорит, помните о находящихся в узах. Помните, чтобы они вышли другими. Вот я сегодня об этом просто конкретно хотел сказать. Это усиление молитвы. Везде все пылает и горит. Огонь просто так не горит. Он ветром раздувается намного дальше. Если полыхнет, оттуда дальше пойдет. Тут и с юга пойдет, сбоку Китай. Поворачиваться не успеешь на сковородке. А выход?
Выход один к Богу. У нас раньше говорили, если услышите война атомная, сразу в белую простынь заворачивайся и вдоль забора на кладбище. Чтобы на тебя деньги не тратили. Потихоньку. Так, здесь надо, как можешь, предстань пред Богом и возопи к Нему, Господи. А может и моя лепта какая-то есть, что я виновен где-то, поступал неправильно с этими людьми. И у них такой негатив против русских людей, москали, голодомор устроили. Ко мне приезжали, не ко мне, а в Потеряевку еще и не было. Ну, я там был. И они приняли крещение. Ну, не он, а она. Мы в прошлом году посетили. Ей, кажется, 91, а ему 93 года. И мы это выставили. И все радуются, смотрят, какие они люди, какие они хорошие. Какие они добрые. И она рассказывала о голодоморе, как грудами валялись. Вот рассказываю, допустим, картошку собрали. Сразу пришел представитель, картошку только в две кучи валить. Вот ты на огороде собираешь, ни одного ведра не брать. Соседи всех предупредили, смотрите. Две кучи. Когда мы приедем, решим, какую брать. Ну вот уже мороз, заморозок, картошка вся сделалась, как застыла, а она два ребенка с нею. А сосед смотрит. Ну она видит, картошка-то, и она ночью согнулась к своей куче картошки, и разницы теперь никакой нет. Но она взяла замороженное-то, сразу сообщили, смели, два ребенка таких на произвол судьбы. Да нас есть за что ненавидеть-то. Ведь революция-то в конце концов-то кто-то делал ее. А тут подумаешь, опять за что-то это было, за предков. Ты только благодари, ну научись благодарить. Не подсматривай за другими, да, за странами какими-то, за собой посмотреть надо. Я вам сказал о чем. А ты сейчас придешь и научитесь это на бумаге выражать. Я услышал, накормите, напоите. Мы нынче выполняем эту миссию, едем. Ее больше никогда не будет, один раз. А могу ли я в этом поучаствовать? Сами посмотрите. Я не говорю, подражайте мне, потому что я не годен к этому. Но 90% всего твоего заработка хотя бы один раз удели твоей пенсии. И ты поймешь тогда, как это хорошо. Хотя нам повелено только десятину. Ревность покажи в деле Господнем. Я хочу быть с Богом. О, возлюбленные, стоит ради этого потрудиться? Можно, вопросы? Можно еще? Вместо Писания хотел я сказать к этому всем событиям. Но вот Давид, его все кровожадным называют, особенно очень любят изгаляться там всякие историки над Давидом, ну и вообще над Библией. Говорят, сколько убил он там людей. А ведь Давид, он очень миролюбивый был, когда затихли все войны, и он начал собирать для строительства своего дворца различные материалы. То он первым делом обратился как раз к своим соседям, это сидонянам и тирянам. И они очень мирно жили там, торговали, хотя это тоже были язычники. Почему он не убивал-то? Эти надо все места рассматривать и показывать их, как люди жили раньше, относились. И этими примерами учиться, назидаться. Ведь человек, который не знает свою историю, он же наступит опять на те же грабли. И сколько уже синяков будет? Да не синяков, а просто упадет и разобьется. Поэтому надо смотреть еще за Словом Божьим, как и Слово Божие нам говорит. А Слово Божие, оно нам показывает на Христа. Поэтому надо смотреть, как Христос поступал. А Христос все-таки эту сирофиникиянку, которая шла и кричала за ним, помилуй дочь мою, ибо она беснуется. Он все-таки умилостивил выздоровлением дочери ее, да и она многое по делу осознала. Так что от нас тоже много зависит. Так, мы поговорили об этом, а вы себе это все запишите. Чтобы страшный суд мы не забыли, и горит уже прямо на границе у нас. Чтобы об этом очень часто молились. Вопросов, если нет, поблагодарим Бога. Так, давай. Не забывайте все братья и сестры о милостыне. Самое главное, милостыня. И сегодня две простыни были, две проповеди были милостыни. А наша милостыня пустая. Еще объявление. Кто не участвовал в феврале месяце, поучаствуйте, можно? Пожалуйста. Воздохните, вот там мы новый сайт пропечатали, Orthodox Bible, да? Все шло нормально, все уже к выходу готовили, но возникла заминка. Я сейчас
Ну, мне, ну, помолитесь молитвенно, потому что я чувствую искушение, потому что все уже подготовлено, меха наполнены, осталось там мелкие детали, у меня что-то вот не получается с моим вот этим деятелем. Все, мы договариваемся, я просто немножко делал, все перевернул, короче, я сейчас уже все наполнил, думал, сейчас будет выход, и вот последняя встреча меня подрастроила. Ну, думаю, что все это исправится, но прошу молитвенной поддержки, просто чувствую искушение какие-то... Я всех благодарю, я болела 2 недели. Спаси Христос всех вас за молитвы мои, за ваши молитвы. Благодарю вас. Будем там слава Господу. Так, и кого что еще есть сказать? Я тоже всех благодарю за молитвы. Валя, почему тебя долго не было? Она болела. Болела, хорошо. Я тебе уже не однажды говорил. Ну, можешь хотя бы позвонить. Да, я болею. Она звонила, и мне звонила. Ну, хорошо, тогда звонила. Так. А то посетить надо, прийти, может, что-то помочь, пожить с тобой там, затопить даже некому. Надо самому о себе заботиться, это сообщить, всего только ничего. Да ладно, обойдемся. Подожди. Ну? Ольга в библиотеке просила, чтобы помочь ей, может быть, какого-то время будет. Это ребята, никто не пойдет туда сейчас? Разложить книги по полкам. Я говорю, сейчас они, никто не, ну кто пойдет, да, ну, отдельно сейчас. Выйди там в коридоре, об этом поговорим. Ну сейчас, потом, когда будет. Я говорю, ну внимание, ну доби по-своему, встань, выйди, говори. Смут наводят. Зачем смута говорить? Говорите сюда. Так, давайте молимся. Благодарим Бога. Достойно. Ольге нужна помощь, братья. Да, молись. Я уже к молитве призвал. Иди с вами. Но есть яко воистину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Господь и Бог наш, слава Тебе, что позволил дожить до этого часа. Приготовь нас к великому посту, чтобы радостные, очищенные от грехов, мы встретили Христову Пасху. Умери этот мятеж в Украине, как угодно Тебе, вразумли бесчинствующих. И научи нас помнить, что если мы не справимся, то точно так же погибнем. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Еще просьба, на кухне не раздеваться, а то, кто опоздает, не раздеваться. Сделать объявление. Пожалуйста, очень большая просьба была помолиться за Машу. Вы сегодня слышали, батюшка вот упомянул, у ней распределение на работу, чтобы ее вывели в краевую больницу на учебу дальше. Маша. Она заканчивает. Она заканчивает. Осторожней. Надя. Да. Мне нужно. Модератору, поняли, что модератору нужно помочь Ольге. Братья, в библиотеке расскажи книги, братья. Если у кого есть такое-то. Мне надо Александру.